Добрейшего вечера, друзья. Меня зовут Максим. Вы смотрите канал The Quice. За последние несколько недель я получил несколько однотипных вопросов, приблизительно вот какого содержания. Макс, а можешь ли ты встретить в аэропорту? Макс, а можешь ли нам зарезервировать какой-то там круиз? А можешь ли ты с нами поездить? А можешь ли организовать экскурсию? Значит, друзья, не хочу показаться оригинальным, воспользуюсь словами классика. Как сказал Остап Бендер, бензин ваши, идеи наши. Вот. На что Козлевич сделал ему резонное замечание. Голыми при луне танцевать не будете? Это хорошо. Вот. У меня такое же точно условие. Главное танцевать голыми при луне. А так, в принципе, все можно сорганизоваться. У меня сейчас достаточно свободного времени будет после того, как я закончу свой проект. Поэтому, если вы планируете приехать в Америку, вот, хотите по стране поездить, с языком у вас не так, чтобы и здорово, немножко вы как бы теряетесь в незнакомой местности, не знаете, как машинку арендовать, в общем, вам нужен какой-то сопровождающий и профессиональный путешественник. Могу представить свои услуги на тех же условиях, что Остап Бендер. Вот. Значит, соответственно, списывайтесь со мной через Skype, через почту. Значит, особо хочу заметить, вот тот электронный адрес, который указан для пожертвований канала, на него писать не надо. Это электронный адрес только исключительно для PayPal, чтобы желающие могли на него сделать пожертвование. А вот другой указанный контактный адрес, e-mail, я его просматриваю каждый день. Но лучше, если вы будете для начала, так, на первой стадии знакомства, писать не в личку, потому что я канал проверяю каждый день и стараюсь оперативно на вопросы отвечать. Вот. Значит, соответственно, жду ваши комментарии. Кто хочет приехать в Америку путешествовать, warmly welcome. Америка вас ждет. Что-нибудь сорганизуем. Соответственно, и устроим вам проезд, устроим пробег по бездорожью и разглядейству. Хорошего вам дня, удачи во всех начинаниях, здоровья вам и вашим близким.